Привет! Привет, это канал Котяк Олеш и Егор. Мы сегодня будем делать открытку. И сегодня мы будем делать открытку из песка. Муха. Это муха разве, Алиса? Да, муха. Да какая это муха? Это божья коровка. Не, муха. Да божья коровка это. Нет, муха. Это песочная открытка, называется божья коровка. Из нет, серии набор для творчества. Развивающие игры научные. Нет, муха. Мой первый подарок. 3+. Муха. Ну ладно, будете собирать. Вот тут даже инструкция по работе есть и картинки всякие разные. Будете сейчас делать вот с Егором, да? А там посмотрите, муха получится вот или божья коровка. Ну давайте, это распечатывать. Наша. Это муха, да, будет? Что? Ну пускай будет муха. Божья коровка, муха. Сейчас открываем. Посмотрим, что там внутри есть. Давайте посмотрим, сейчас что там внутри смотрим. Есть. Сейчас откроем. Давай посмотрим. О, там будет. Уже песок видно, цветной. Да? Угу. Да. Да. Кстати. Видно, да. Кстати. Видно, кстати. Я один. Подожди. Сейчас. Песок! Я видела песок и палочку я увидела. Так. Маленькая картинка. Ну-ка давайте посмотрим, что тут есть. Маленькая картинка только. Так, стоялась. Тут вот обложка у нас есть, да? Ну вот эта обложка была. Что тут еще есть? Пески! Ну-ка, Егор, дай. А, вот тут картинка такая. О, прикольная картинка такая со всей... С мухой. Да, с мухой. С контурами божьей коровки. Нет, по контурам. Вот будет Егор с Алисой будут насыпать песок. Вот зубочистка. Да, зубочистка. И вот такой вот цветной песок. Алиса, посчитай, сколько там цветного песка. И какого он цвета? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно, 6 пакетиков с цветным песком. А какого цвета песок? Black. Черный, black. Red. Красный, red. Белый, white. Белый, white. Синий блю. Зеленый грин. Желтый-йеллоу. Молодец, Алиса. Все цвета назвала по-английски. Так, а Егор уже приступил к работе, да? Угу. А, там нужно наклеить. А, ну да, там наклеечки нужно отклеивать, да, с этих контуров. И наклейковую поверхность насыпать песочек. Какой да? Бывает песок? Так, ты сейчас какого, для какого цвета отклеиваешь? Для желтого? Угу. Ну вот как раз Алиса взяла желтый пакетик, да? Да, вот. Здесь уже есть открывачка. Да, есть открывачка. Да. Интересно, желтый открывается так самостоятельно, да. А все остальные нужно разрезать будет, да? Да, ножницами. А вот это легко открывается. А это легко, да, открывается. Да, а вот эти нужно разрезать, как насыпать. Да? Да. Ну, ясно. Ты умеешь разрезать? Да. Да. А кто это у тебя стоит такой тут розовый, пушистый, лохматый? Это да? Фёрбик. Фёрбик? Да, Бум-Бумчик. Фёрбик-Бум-Бумчик? Да. Это твой друг? Да. Это девочка только, мама говорит. А это девочка Фёрбик? Да. А почему девочка, а не мальчик? Да, потому что он розового цвета и заколочки на ушах, да? Да, и мама говорила, что это девочка. Мама говорила, что это девочка? Да. Ну ладно, пускай это будет девочка. А ты с ним играешь, с Фёрбиком? С ней? Да. Да? Да, и с Бэби Бёрном, который огромный у меня есть. Да, ты тоже играешь с Бэби Бёрном? Да, еще с маленьким. Еще с маленьким? Да. Со всеми игрушками Алиса играет, да? Да, у меня еще есть разговаривает и не разговаривает. Разговаривает и не разговаривает? Да. Один разговаривает, а другой не разговаривает, да? Да, только три разговаривают. Здорово. Да, все нет. Так, ну Егор площадку приготовил, да, для песочка? Нет, я хочу открыть. Ну, аккуратненько открывай, Алиса, чтобы не рассыпать, да? А Егор помаленечку будет насыпать, да? Ну, давай, Егор, тебе поможет. Запарилась. Запарилась? Да. Ой, Алиса запарилась открывать песок. Нет, запарили мешочек. А, запаялся мешочек, да? Сейчас. Подожди, Алиса, чуть-чуть это. Алиса! Егор сейчас будет насыпать, а ты потом будешь размазывать, да? Сейчас Егор везде понасыпает, а ты пальчиком будешь размазывать аккуратненько, да? Да, как на картинке. Как на картинке, да. Да. Здесь можно делать девочку и мальчик. Да? Да. Но это у нас сейчас девочка. Девочка будет? Да, это девочка я придумала. Девочка придумала. Девочка божья коровка? Да.
Муха. Муха? Да. Ну посмотрим, кто это получится. Муха или божья коровка, да? Нет, муха. Муха? Да. А мухи такие бывают? Да. Ну ладно. Посмотрим, что получится, да? Так, пальчиком, Алиса, растирай. Егор, потом сыпай вот сюда, чтобы это, чтобы лишний песок так. Уходил. Да, уходил. Да, на весь воду. Или вот сюда вот. Давай вот сюда вот. Да, вот сюда вот. Да, на картинку. О, Алиса, какого цвета ручки? Yellow! Yellow! У Алисы желтые ручки. Она сгибается, она полностью из картона. Ну, вот такая красивая картинка получится. Картинка божьей коровки, да? Теперь какой? Ей очень трудно открепляться, вот эти, может на картонку отделить. Да? Ну, ты у Егора спрашивай, какой? Дальше Алиса синий. Синий держи. Сейчас. Егор будет сейчас... Надо их разрешать. Разрезать? Да, давай я хочу сама разрезать. Сама хочешь разрезать? Да. Надо уголочек разрезать, чтобы Егору было удобно насыпать, да? Чтобы он не просыпался. Краешек уголочка отрежешь, да? Пальчики только осторожно. Так, еще чуть-чуть. Так. Во, все, молодец. Получилось, теперь ложи. Сейчас Егор, когда отделит пленку от поверхности, Алиса будет помогать насыпать, да? Какого цвета это песочек? Блю! Блю, голубого цвета. А Ферби у тебя какого цвета? Пинк! Пинк, розового. Да. А глазки? Глазки какого цвета у Фербика? Так. White, blue и purple. White, blue и purple. Белый, голубой и фиолетовый, да? А носик какого цвета? Клейк. Клейк. Клейк какого цвета у Фербика? Желтый и красный. Желтый и красный. Как по-английски? Как по-английски? Как по-английски желтый? Эй, Фербик, не падай! Фербик что-то падает. Он, наверное, спать хочет, Фербик, да? Да? Фербик спать, наверное, хочет? Мы же еще не закончили, Фербик. Фёрбик, Алиса же еще не закончила картинку делать божьей коровки. Вообще-то это не она делает, а я. Ну, Егор делает, а Алиса помогает, да? Она, тебе, она тебе песок помогает открывать, да? Угу. И посчитала Алиса, и цвета назвала, какого цвета песок, и сколько пакетиков с песком. И каждый цвет назвала по-английски, да? Да, Алиса? Да. Вот этот сначала. А где же красный? А вот я уже нашел. А, вот он красный, нашелся. Да, он потерялся там. Потерялся? Да, и были 4. Ну теперь Алиса нашла, да? Да, и красного нет, только были 4. Красного нет, да? Да. Закрыли важные. Закрыли? Угу. Что, Алиса, почему? Почему клей синий цвет? Ну не знаю, потому что... Чтобы наклеивать было лучше. Так, сейчас Егор насыпает синий песочек, да? Угу. Элементы. Это элементы фона синего. Сейчас, Алиса, подожди, Егор насыпет, а ты будешь потом пальчиком раздвигать, да? Надо аккуратненько насыпать. Если... А если глаза испачкаются в синий песок, наверное. А глаза тоже синего цвета? Да, его там зрачки. Нет, они бывают белыми, черными и голубыми. Вот и есть. Егор, пододвинь Алисе поближе, чтобы она тоже пальчиком могла. Вот, Алиса сейчас тоже будет. Алиса, дай мне тебе. Это сильно много. Нет, это... Сильно много? Да, сильно много песка. Ну, Алиса, ты только мешаешь. Лишнее уберете. Алиса, не надо. Ты я у только... тебя тоже. Ну ты тебе столько мешаешь. Что Алиса сейчас делает? Размазывает. Размазываешь? Да. Так, о, какая красивая картинка получается. Алиса, да? не надо. Ты только держись своим пальчиком.
Пускай она помогает. Ну она наоборот, вот она только вот это дирает песок. Ну, Алиса, аккуратненько делай. Хорошо. Вот, вот так вот пальчиком, молодец. Пин-пин. И что он туда смазывает? С краю, Егор, еще вверху размажь. И сбоку вот. Ну все тоже. Ну все, Алиса, ты же там помогла. Сейчас Егор там по краям размажет. И все. И ты будешь готовить. Какой дальше, Егор, ты будешь делать? Какого цвета? Дальше сейчас посмотрю. Давай ты красный. Нет. Красным? Нет. А каким? Белым? Нет. Ну, наверное, надо. Зеленым? Надо черный или красный, потому что потом белый. Зеленый? Чтобы... Зеленый. Давай, Алиса, сейчас сделаем еще и зеленый. И вот тут няня чёрный. Хочет зеленый. Няня хочет зеленый? Ну да. Ладно, давай зеленый. Открывай. Уголочек отрезай точно так же, да? Пониже чуть, пониже. Опа, еще чуть-чуть. Молодец. Так, не получилось. Опа, молодец. Получилось у Алисы. Хорошо. Так, а зеленого там всего чуть-чуть, да? Нет, больше. Больше? Угу. Да, я там вообще немножко листик вижу. И с другой стороны что-то такое зеленое там. Так. А что-то Фербик у тебя упал? Нет, он спит. А, он спит. А что, глаза у него открыты? Он спит с открытыми глазами. Да? А я постоянно с такой кошки сплю. Да? Да. Это ты, а ну ты закрываешь глазки и спишь. А почему Фербик у тебя с открытыми глазками спит? Фербик так, такая создание природы. Да? Спит с открытыми глазами. Я хотела, чтобы был двигатель Фербик был больше такой вот разноцветненький. Разноцветненький? Да, чтобы он закрывал глаза. Я открывал глаза. Алиса, я у тебя тоже. Это не насыпит. Алиса, сейчас Егор насыпит, а ты будешь размазывать, ой, да? Ой, так много. Все, размазывай теперь, Алиса. Все. Ну, пускай она тоже размажет. Она только на желтый цвет только портит. Ну, а ты сейчас это сыпешь все лишнее. Алиса, так, все это убираем лишнее. Теперь надо черный. О, какого цвета у Алисы руки? Все с разного цвета. Все с разного цвета? Тогда давай красный. Нет, стой. Наверное, черный нужно сначала. Давай сейчас сделаем. Давай черный. Так, открывай, Алиса, черный. А Егор так, пока будет готовить. Тут еще так, зрачок, носик. Так, чуть пониже, Алиса. Молодец. Вот умничка, Алиса. Все, теперь жди. Ложу. Ложи. Куда Алиса поехала? Да, снимать. Снимать? Ну так мы же снимаем. Ой, так, сейчас кто-то... подожди, Алиса. Егор сейчас насыпет, и ты будешь размазывать. Пальчиком. Вот эти вот черные. Алиса, давай ты пятнышки, я ему голову. Алиса, ты по пятнышкам, да, вот эти точечки размазывай. Вот так, молодец. Вот одну сделай. Теперь пониже чуть. Пониже. Вот, молодец. И вот это пониже пятнышко. Молодец. Умничка, у Алисы как получается. Алиса, дай. Здорово. Все. Алисе нравится делать картины из песка, да? Да. Молодчина. Ну здесь написано, что это была краска. Ну а полоска у тебя не вся получилась черная, Егор. Упс, так вот. Опс, опс. Опс, опс. Да? Опс, опс. И теперь какой надо брать? Сейчас так. Красный, конечно. Давай красный тогда. Давай красный тогда. Не, давай красный. Угу. Открывай, Алиса, красный. Егор, красный отлепляй, или ты уже отлепил? Нет, так, что тут у нас красным? Его туловище. А все, ты, Алиса, открыла. Все, хватит.
О, молодец. Остался у нас какой? Красный и... Белый. И белый. Ой, упал. Ой, упал. И их было больше. Ой, у Алисы руки какие? Грязные. Грязные? Какого цвета у Алисы руки? Black. Черный. И blue. Black и blue, черные и синие. Это вот. Дождь из песка, как будто. Дождь из песка? Песочный дождь. Дождь из цветного песка у Алисы, да? Опять? Ой, у Алисы сейчас какие цветные руки будут. Нет. Только от себя смотри, не вытирай. Вот, посмотри, Биш. А, все уже чистое, да? Да. Здорово. Ну, помогай Егору, раз это песок распределять. Тоже не видно. Не видно? Если был красный, сейчас не видно черного. Ротик тоже не забудьте красный сделать. А, да. А Егор ротик забыл отклеить. Да? Вот то не забыли. Забыли ротик отклеить. А где же классный еще цвет? Ну вон у вас же еще остался, Егор еще же не ссыпал, да? Где? Так, где? Пожалуй, я попробую еще чуть-чуть отсыпать, чтобы нормально сейчас. Остался у Алисы белого цвета, да. Только, да? И все. Видно, и картина черный. Будет готова, да? Ну только не все. Очень облаки. Теперь давай белый. И теперь белый остался. Давай, Алиса, белый открывай. Ой. Что-то получается? О, молодец. А Егор, ты белый все уже отклеил? А, так, что-то. Ну, все, что осталось, это все белое. Ой, Алиса рассыпала. Осторожно, осторожно, Алиса. Положи. А то не... Алиса, зачем ты делаешь? Не хватит белого песочка. У нас весь стол в песке. Ну, весь стол в песке. Вы же песочную картину делаете, да? Как пахнет приятно. Приятно пахнет? Чем он пахнет? Это кокосом, красной клубникой. Кокосом пахнет и красной клубникой? Синий блю-голубичкой. Синий блю-голубичкой? А зеленый какой-то авокадо. Авокадо? Ты прям знаешь, как авокадо пахнет? Да, зеленый. Ну ты выдумщица. А черный пахнет от колесов какие-то. Да? Ну, Алиса придумала. А зеленый... А лицо Егор отклеил? Егор забыл. Алиса, не рассыпь, смотри, а то песочка не хватит. Ты и так уже белого рассыпала. Размажу пусть. Размажешь пусть? Уберу. О, смотри, Алиса, маска какая получилась. Ну, привидение. Ба-ба-ба-ба-ба. Ну-ка, на, примерь на себя. Ну-ка, примерь на себя маску. Давай. Носик вставляй себе, так. Носик. О, Алиса у нас привидение, да? Как из мультика «Малыш и Карлсон», ба-ба-ба-ба, да? Ну, только она маленькая. Маленькая? А ты большая сейчас уже? Да. Да? А маска маленькая, на Алису не налазит, да? Да, только от девочки налазит. Только от девочки налазит? Так. Ну, здорово. Так, ну все, белый песочек остался, да? Или он такой сероватый? Алиса, это не трогай. Не надо рассыпать. Он чуть-чуть. Ну и что чуть-чуть, давай. Он нам еще пригодится. Ну пригодится, не пригодится, но главное, чтобы ты его не рассыпала здесь. Ой, Алиса, сейчас посмотри, какие у тебя руки цветные будут. Да? Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Ой. Алиса, у тебя фербик уже проснулся, наверное? Егор, а внизу белый песок. Вот посмотри теперь на свои руки. Что с твоими руками? Ой, какие у Алисы руки. Сейчас. И вот еще. Сейчас. Просто мне через всю эту все загрязнится.
Ой-ой-ой-ой-ой, какие у Алисы руки. И Алиса сейчас сама будет чумазенькая. Да? Ты Фёрбика своего буди, его уже картину доделывает. А Фёрбик у тебя дрыхнет и дрыхнет. Фёрбик, просыпайся. Фёрбик, просыпайся. Просыпайся, Фёрбик. Ой, что-то он хочет ещё спать, он постоянно падает. Постоянно падает? Да, пусть он лежит. Пусть лежит, пусть поспит. Ну что, получилась картина? Ну-ка, показывайте. Давайте на лицо. Ой, не надо на лицо, не надо. Показывайте картину, какая у вас получилась. Сейчас. Что получилось? Муха. Муха. Муха или божья коровка? Ну-ка, показывай. Ой, какая муха. Получилась замечательная муха. Картина. Божья коровка. Нет, Алиса говорит, что это муха. Я тоже говорю, что это да? муха. Да? Ну, пускай обойдет муха. Это муха с пятнышком. Цветная муха. Здорово, понравилось Алисе из цветного песка, да? Ручки вымазывать цветным песком. Что, всем говорим пока-пока. И ставьте палец вверх. Я вам дали сердечки, цифра 3 и... За эту красивую муху. И забудьте написать в комментариях, что вы думаете. Это муха или божья коровка, как папа говорит. Пока-пока. Пока-пока.